Так, зажигаем свечки. Уже свечки-то. Фейл. Да, все руки сожгли. Какие-то бракованные. Всем здравствуйте, дорогие зрители. Вы на канале Света и Дарины. И сегодня у нас мукбан, как я обещала, с тортиком. Сделала его сегодня специально для Даринки. Так, зажигаем свечки. Ну, и вы уже поняли, естественно. Даринке 13 лет. Зажигаем свечи. Что, Даринка, задувай свои 13 свечек. Правда, одну я так и не смогла зажечь. 12. Да, не получилось внутри. Что-то давай, да. Ну давай. И раз, два, три. Задувай. Что ты? Все, ура! Нас Теперь мы эти убили. свечки, естественно. Ой, столько здесь дыма, уберем. Столько зажигала, по-моему. Я больше зажигала, чем Да. убер. И вот наш торт. Это, кстати, радужный торт. Немножко. Даринка его очень просила у меня, чтобы я на день рождения сделала именно радужный торт. Разноцветный. И в придачу сюда еще капкейки такие, кексики, тоже А радужные. тут желтого нет, да, цвета? А, Или... кстати, желтый цвет я не могла найти. Я нашла в комплекте, там написано было красный, синий, зеленый и желтый. Представляете, открываю этот тюбик, а там не желтый, а золотой. Я не знаю, почему они написали желтый. А желтый вот так вот отдельно я не нашла. Я буду разрезать, да, наверное, пока. Наушники. Да, Осторожней. аккуратно. И у нас сегодня, кстати, двойная дата. Уже полгода, как мы на Ютубе снимаем мукбанги. Поэтому у нас совпадение прямо. Даринки на день рождения и полгода на Ютубе. Так, ну что я режу? Надеюсь, он получился. Я так старалась. Я полдня на это потратила. Еще я хотела Даринке сделать очень эти, как их, безе цветные, тоже такие радужные. Кик-попсы. И кейк-попсы. Но я уберу стакан пока в сторону. Это мне бы целый день пришлось сделать. Я и так это полдня все делала. Так, смотрим, что там у меня получилось. Вот, посмотрите, это называется желтый у них. Именинницы нашей. Мне кажется, он будет очень вкусный. Ой, какой красивый. А это белый курс как желтый, да, типа? Да, Тут представляете? такие цвета, ой, пастельные. А я, Угу. кстати, думала, будут яркие, Пастельные, но да. это тоже очень красиво. Да, я хотела ярче сделать, но вот эти вот красители, которые я Они... купила, они не очень яркие. Ну, Вот. пастельные, зато красиво Да, все равно. красиво. Классно вообще. Ну, никогда так утро-то. Да, Блин, да, Даринка стой, может, мечтала, это она очень сфоткать надо? просила. Очень Надо просила. сфоткать. Можно это Ну, сфоткаю? сфоткай. Давай, Даринка, сфоткай это. Красота. Прекраснейший тортик. Кстати, сиреневый, вот этот зеленый, голубой и розовый очень хорошо получились. А тут должен быть оранжевый. Но вы представляете, как можно этот красный цвет с... Что? Да, я хочу рассказать, что оранжевый это не получилось, потому что нужно было красный с желтым смешать. Но тут же золотой. Чай с лимоном, малиной. С малиной, лимоном и Где зерном ложки? смородины. А, А, вилка вилка, то есть. есть. Я, кстати, сегодня в роли единорога. У нас все радужное. Вообще. Надеюсь, что получится очень вкусно. И, кстати, спасибо тем, кто поздравлял Даринку с днем рождения. Уже куча комментариев сегодня на видео. Сейчас мы, кстати, будем комментарии читать. Уже все в крошках. Ну, вкусный. Вот это очень красивый, вот этот вот розовый цвет и вот этот Да, бирюзовый. гризо вообще красота. А зелененький тоже такой свеженький получился, да? Фиолетовый как не такой, но тоже Ну, неплохой тоже получился. фиолетовый неплохой. Это Все. прям такой персиковый. Вот оранжевый, желтый не получился. Ну, естественно, без желтого как можно сделать? Да нет, кажется, будто пастельное. Красиво.
Коржи вкусные очень. Коржи я делаю, кстати, на сливочном масле. Вот эти вот бисквиты. А крем, ну, любимый крем наш, сливки, творожный сыр. Прям отличнейший крем получается. Я кекс попробую. Ну, кстати, да, я тоже хочу. Кексик вообще. Так, я тоже возьму. Я попробую его разрезать. Ой. Сегодня Даринка уже третий день не учится. Завтра тоже, да, скорее всего. Потому что опять с первого по шестой класс не учится. Все у нас холода. Опять? Да. Я уже поняла. Я уже такая надеюсь, я просто уже такая, ах, кайфую прям. Так. Смотри, как красиво, да? Вообще, красота. Ну тут, естественно, желтого цвета нет, я уже не стала делать, потому что думаю, смысл какой. И потом я обычно сама просыпаюсь, это я не знаю, чтобы я сама проснулась вообще. Когда так было. Ну вот, я сама уже просыпаюсь, если я уже меня никто не будет, я поняла уже, что актировка. Да, потому что когда актированный день, мне все разлетелось. Даринка дольше спит, да. Ты меня не будешь. Да, так рано не бужу. Ну, она встанет, потом все равно уроки-то сделает, успеет сделать до тренировки. Потому что им все равно задают в школе, да. Там минут-то не так много. Но все равно задают. Да. У нас получается первая половина зимы была такая достаточно теплая, а вот вторая половина, наоборот, холодная. Вообще. Там неделю минус 30, потом, а потом неделю минус 10. Угу. Вообще, что так прыгать по воде? Очень. Было недавно, мы катались на той неделе. Когда я в больнице лежала. Почти неделю. Нет. Ты тогда на той неделе. А. Ты уже в среду. Вышла уже. Да. Четверг, но уже катались, было минус 8, а завтра в четверг минус 30. Да, такие перепады, это тоже нехорошо. Но у нас последние годы... Падай. Все. Последние годы почему-то очень часто вот перепады температуры бывают, да? Угу. Что летом, что зимой, что весной. Не знаю. Как у вас, ну, кто из других районов. Естественно, кроме республики-то, наверное, по-моему, никого нет у нас подписчиков, кстати. Ну, вроде бы кто-то нас смотрит из кроме республики. Твои подружки вроде, да? Один раз смотрели. Но пока в комментариях никто не отзывался. Ой, как его есть. А в одно время четвертый класс и YouTube канал так заводили. Это у тебя одноклассники и подружки, да? Потому что до Иры перебивать. Вот. Когда я в гости пригласила, она мне YouTube канал тогда сделала. Это что там, что-то там в этом. И у него было несколько YouTube каналов. Что-то там. Несколько даже? Да, ну постоянно у него какой-то другой, потом уже канал, потом еще один какой-то. И у одноклассников всех было тоже на канал, потом создавала, да, ну, в общем, все там канал создавали, что-то снимали такое-то фигню. Да, одно время, по-моему, было, да? А я как-то в то время вообще не интересовалась. Нет, вообще. Да, я просто смотрела YouTube, я даже... Да, тебе как-то просто да, как-то смотрела, да. Вообще. Вообще даже не думала о том, чтобы снимать. Даже в голове такой мысли не было, представляете? Не-не, это для... Не для это, то, если я вот так тогда подумала, это для мамы как-то... Кто бы тогда мне сказал, что ты будешь канал вести? Я бы сказала, нет, извините,
Скорее всего, я не буду вести канал. Как все-таки меняется, да? Со временем все. Просто. О, типа влог снимали какой-то, что-то вообще фигня. Какая-то смешная. Вы, наверное, друг подруга просто были подписаны и все, да? Угу. Это было смешно. Дети. Там также быстро забрасывали, да? Да, что-то. У Иры как-то там было, что ли, 100 подписчиков, что-то, я не знаю как. Она, ну, как-то вот резко просто взяли и появились, не знаю, в общем. Может, накрутила, может, как-то пила, я, в общем, не знаю. Кстати, у нас 605 подписчиков. Да, спасибо большое тем, кто подписался на наш канал, очень приятно, спасибо вам большое. Я, наверное, начну с видео, которое, ну, за вот это, кстати, месяц. Получается. Мы очень много видео снимали. В начале Новый год был. И потом, ну, этот месяц, конечно, получилось, что мы 2 недели, получается, вообще не снимали из-за того, что в больнице лежала. В общем, этот месяц немножко странный получился. Ой, угу. Но, тем не менее, подписчики все равно подписывались. Ой, так, комментарии сейчас почитаем. Поздравляю Дарину. Но я в шоке. 13 лет, я думал 15, это Такаши Рэм пишет. То есть Даринка старше, получается, выглядит. Кстати, Такаши Рэм очень часто под каждым видео пишет. Спасибо тебе, Такаши. Это один из самых, мы же всегда отмечаем, да? Это один из самых активных подписчиков. Томми Фрейлейдер. По-моему, правильно прочитала. Даринка, с днем рождения. Оставайся такой же доброй, интересной, теплой, красивой и очень уютной девочкой. Не разочаровывайся в людях, если такое бывает. Каждый человек в нашей жизни – это учитель. Благодаря этому мы становимся мудрее. О, какие слова хорошие. Всегда расти и развивайся. Не стой на месте. Всегда открывай для себя что-то новое, интересное. О, отлично. Действительно, не нужно никогда стоять на месте. Всегда вперед двигаться. Угу. Ничего не бойся, занимайся только тем, что истинно интересно. Спасибо тебе большое. По-моему, тебя Дмитрий зовут, насколько помню. Ну, извини, если я ошибаюсь. Ну, очень спасибо. Приятно. Кстати, Марьям и... Марьям Ибрагимова. Тоже одна из активных подписчиц. Несколько уже видела комментариев. Не коронавирус. С днем рождения. Тебя люблю. Очень сильно желаю счастья, здоровья, чтобы сбылись твои желания, мечты. Красавица, 13 лет уже красотка. Спасибо тебе, Марья. Вообще очень приятно. Спасибо. А, вот Тоня Белоус. Тоже одна из самых активных подписчиц. С днем рождения, счастья, здоровья и удачи во всем. Спасибо, Тоня. Спасибо. Кристина Вадиванова, по-моему. Какие вы красавицы. Спасибо, Кристина. Розочка. Кстати, вот комментарий в первый раз вижу вроде от этой подписчицы или от зрителя. Не знаю, подписана ты или нет, но прочитаю. Ты поздравляешь тоже Даринку. С днем рождения, наша дорогая Дариночка. Я так понимаю, подписчица. Желаем всего самого наилучшего, счастья, здоровья. Будь всегда любимой и желанной девочкой. Мама молодец, так красиво поздравила и пожелала всего лучшего. Спасибо. Да. Анна Шейкова, кстати, Анна тоже давно-давно подписчица у нас. Это. Ой, очень давно, помнишь? Очень часто она раньше писала особенно. Красотки. Дарина, с днем рождения. Всего тебе самого наилучшего. Спасибо, Анна. А вот, еще Кристина Вадиванова. Только что мы читали у нее комментарий. Поздравляю Дариночку с днем рождения. Пусть растет здоровенькая и умненькая девочка. И все мечты, которые она загадала, пусть исполнится. Угу. Спасибо, Кристина. Такие спасибо. Приятные слова. Зумбик, по-моему. Надеюсь, правильно. Извиняюсь, если что не так. Дарина, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, удачи, любви и всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. Это тоже одна из самых активных подписчиц. Фуд. С днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, успехов в учебе. И не только. Но, естественно, кто постоянно пишут, я уже по никам, ну и по аватарке узнаю вас. Молодцы, что это пишете очень, вообще очень приятно. Так, ну тут Томми Фрейлейдер пишет насчет... Да, мы не будем много читать. У него...
А, город бумажек. Ну, я, кстати, не видела комментарий еще этого подписчика. С днем рождения, Даринка. Желаю тебе крепкого здоровья и твоей семье, чтобы все мечты сбывались и всегда только ты улыбалась. Много, люблю да, вас очень спасибо. Много. Полина Дацук. Кстати, тоже несколько комментариев видела от Полины. С днем рождения, да, Даринка. Спасибо. А вот я, мы, Влад Бахов. С днем рождения тебя, Даринка. Очень сильно желаю тебе здоровья, счастья, успехов в жизни. Много-много любви. Пусть ангел жизни, жизнь твою хранит. Беда пускай тебя не знает. Пусть горе от тебя бежит. Друзья пускай не обижают. И чтобы всем врагам назло, тебе всегда во всем везло. С днем варенья тебя. Вообще приятно, спасибо. Ой. А вот еще Валя Карнавал. С днем рождения. У меня завтра день рождения. О, значит, сегодня. Валя. А почему 11-го она написала? А, потому что я уже выложила 10-го. Значит, завтра у тебя будет день рождения, 11-го. Получается. А, это сегодня выложила? Да, потому что я же выкладывала, оно выкладывается у меня долго видео. И оно выложилось в 12 или в час ночи. Выложилось только. Угу. Получается, завтра у тебя, Валя, день рождения. Да. Тоже. У меня вчера было. Да. Так, ну насчет поступка тут Кристина Вадиванова пишет. Ну, Юля, то, что ты рассказала. Ну да, некрасиво, согласна. Ой, спасибо, подписчики. Так приятно, да? Я даже не ожидала, что так много поздравлений будет. Да, много комментариев. Вы молодцы. Наверное, поздравления 20, ну, может, меньше. Вы большие, у нас молодцы. Вообще, это здорово. Я вспоминаю, как мы начали вести канал, помнишь? Ау, кричали, где люди, где что? Никто, помнишь, не писал? Никто ничего не писал. Так расстраивались. Помнишь, я еще на видео рассказывала, что вот, да, что да, делать? Мы видео 10 снимали, ничего никто не писал. Да. А когда началась вот эта отдача, да, и так прямо как бы хотелось так снимать, что-то новое, именно вот этот момент такой был. С сырниками, кстати, уже тоже комментарии написали. С сырниками там, там вот тут самик СХ, что ли, извиняюсь, наверное, неправильно читаю. Даринка, почему ты такая копия Даши Одинцовой? Я уже не в первый раз вижу, кто такая Даша Одинцова, честно говоря, не знаю. Я посмотрела на Ютубе Даша Одинцова. А на Ютубе есть такая, да? Я не знаю, там вроде вышла мне. Ну, она же совсем на меня не похожа. Там все там волосами какая-то девушка была, я не знаю. Ну, видимо, ты напоминаешь ее все-таки. Кстати, отмечаем всегда самых активных подписчиков. И Ревхат Карабаев, кстати. Ты всегда под каждым видео практически пишешь нам, комментируешь. Спасибо тебе, Ревхат, очень приятно. И он просит, мы тогда спрашивали про медали, чтобы снять нам влоговый канал. И он пишет, снимите видео про медали. Мы снимем. А, влоговый канал как можно на мукбанге показать. А мы, наверное, на влоговом. Я не хочу, там никто не смотрит. Да? А мы тогда сделаем и на влоговом, и на мукбанге. Да? Было. Подписывайтесь на мой канал Света F. Ссылку, кстати, я уже давно что-то не выставляла на нескольких видео. Вот сегодня под этим видео поставлю ссылку. Так что подпишитесь. Очень нам будет приятно. Так, А я что-то помню, первая сотка подписчиков, когда такая, 97-то, давайте уже подписывайтесь, да, помнишь? Да. Мы больше всего, нам тяжелее всего, знаете, когда было? Это 100 подписчиков набрать. Вот это самое время, да, у нас как-то очень тяжело. А потом как-то проще стало. А вот 100, тяжело, очень тяжело. Мы долго не могли набрать вот 100. То после 100 так, стали быстро набираться. Да. А сейчас вообще быстренько так суются. Ну это приятно, приятно, согласись. И хочется сразу же снимать. Так что еще раз благодарим вас. А кто без подписки смотрит нас? Нас очень много, кстати, смотрят и не подписываются. Я очень замечаю, на многих видео там просмотров намного меньше, подписчиков больше. Что-то не знаю. Почему так? Но, несмотря на это, мы очень благодарны, что смотрят в любом случае. Значит, интересное видео, потому что на самом деле на Ютубе очень важно именно просмотры, чтобы было просмотров больше. Подписчиков можно накрутить, но просмотры тоже, там все можно накрутить, и лайки. Но, кстати говоря, вот полгода прошло, и, знаете, как-то вот хотелось именно своими усилиями набрать... У нас 10-е...
У нас же полгода, что ли? Да, полгода. А, еще полгода. Я тебе и рассказываю, Даринка только сейчас рубилась. 10 августа мы первое видео выложили. Но именно мне хотелось набрать своими усилиями. Вот эти полгода мы только что делали. Ты снимали. Не хочешь рекламу, да? Да, мы рекламу ничего не ставили. Мы, получается, только снимали видео и выкладывали. И все. Больше мы ничего не делали вообще. Только вот видео снимали и выкладывали. Мне просто было даже интересно, сколько вот подписчиков подпишется именно, когда вот именно видео выкладываешь без рекламы. Потому что многие ведь рекламу тоже делают. Угу. За счет рекламы, кстати, много подписчиков тоже набирается. Но мне как-то интересно было именно набрать подписчиков все-таки своими усилиями. Ага. Ну а в дальнейшем, может быть, сделаем рекламу. Ну, не знаю. Это надо, пока... ты не наберешь. Да. Потому что на самом деле, почему, наверное, делают рекламу, я так думаю, потому что очень подписчиков, сильно. Да, набираешь, но это будет очень длительный процесс. Вот как у тебя. Да, да, да. Получается, мы за полгода набрали 6 подписчиков. Да. Ну, примерно так и набирают, честно говоря. За год, значит, ну, мы до 1000 должны дойти за год, но... Угу. Я, конечно, это лучше реклама. Если бы рекламу, мы бы за полгода, может, и 2 набрали бы 1000. Да. А может, и больше. Может, и больше. Поменяла контент, что-то. Вообще перестали смотреть. У меня что-то... Мне так это... Я буду очень... Лучше я еще, не менять, да? Я потом так устала выкладывать постоянные видео. И, ну... Сидят, я их... Нет, как, ну, иногда мне хочется сделать сидят, прям вот захочется. А каждый день делать это, я просто устаю вообще. Поэтому я буду очень редко выставлять что-то. Но все равно не забрасывай. Да. Забрасывать не там надо, раз уж начала. Там восстановилось на 600 подписчиков, там вообще ни больше, ни меньше. В Инстаграме, кстати, очень даже сложно подписчиков набрать. Если честно, да. Очень сложно. Но я их никогда не накручивала, а вот это тоже... Тоже своими усилиями только. За счет того, что видео выкладывала. Да. У меня там тоже, там, ну, вот кто-то, у них вообще, они начинали снимать только, у них уже, они у меня обгоняли сразу же, а я там так долго еще старалась набрать, это я такая, спасибо. Вкусняшка, обалдеть. Я уже соскучилась, кстати, по тортам своим. Последний раз я на Новый год вот делала красный бархат. Получается, не делала. На карантин ты их столько делала, что? Ой. Да. Ой. Кстати, на работу пришла, все такие... Ну, кто у меня занимается? Мы вас так ждали, мы по вам так скучали. Ой, так приятно было. Угу. Вообще приятно. Они меня уже за 2 недели, что я не работала, потеряли. Так ждали занятий моих. Нет, прикольно, конечно. Надо будет как-нибудь еще сделать, да? Радужный торт. Угу. Но для этого нужно красители найти будет заранее. Хорошие уже. Чтобы все оттенки можно было сделать. Я объелась. Хочется кушать и кушать, но уже не лезет. Прикольно вообще. Это второй, да, уже кусок. Ну, да, один. Представляете? И то, и вон чуть-чуть. У меня уже тяжело. А ты кексы съела, да? Один, два. А, да, ты один съел. Я один съел. Еще один съел. Ты два куска. Обалденно сладкий мукбанг сегодня получился. Спасибо вам еще раз, кто Даринку поздравлял. Спасибо за подписки. Еще раз благодарю. Кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Давно от вас вопросов что-то не было. Будем скоро отвечать на вопросы, да. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и всем пока!